Всем привет, друзья! С вами Фанатик, это игра Age of Wonders, третья часть, и я продолжаю прохождение. Опять за некроманта Арвика, да? Значит, что... Что взять? Добровольное присоединение. Города с большой вероятностью вливаются в вашу империю. Время присоединения города сокращается на 50%. Мощно так-то! Ни хрена себе, как мощно. Некромантия тоже нужна. Сначала некромантию, а потом надо будет вот это вот присоединение. Потому что если мы будем захватывать города, это очень... Ну а мы их будем захватывать, да? Это очень-очень сильный буст. И сразу нифига себе они тут фартов понастроили. Смотрите-ка, золото. 60 золотых монет, и у меня все равно минус 91. Содержание 176. А почему такое... Большое содержание. Что, у меня тут 10 армий, что ли? Что происходит? Это странно. Где мои 10 армий? Ну, не может же такое содержание быть большое. Крепости плюс 60, базовые плюс 25, содержание минус 176. Почему-то. Может, под землей еще? Тут еще. И еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот оно что. Я сразу с трех направлений буду. Элла, конечно, будет страдать. Будет страдать сильно причем. Так, ну город нужно ставить где-то вот здесь. Потому что это очень сильный. Либо вот здесь. Тут рост идет. Тут рост, тут производство. Две халявные. Нифига себе. Здесь знания. Знания тоже мощные. Блин, мне бы вообще пару городов тут на самом деле поставить. Вот это что? Тоже знания дает. То есть, если я сюда воткну, здесь будет сразу плюс 20 знания. Знания сильно бустят. Но тут мана тоже интересно. А, давай посмотрим. Как мне лучше? Наверное, вот сюда вот поставлю я город. Цепляю все. Пусть возводится здесь, что у меня налетчики, гарпунеры и ледорезы. Откровенно слабые ребята. Это кто? Что это за чудо-юдо? Гульф, рослинг-разведчик. Гуль, Тигран, разведчик. Ну, хорошо. Давай, разведчики мне нужны. Бегусь я. Это нейтралы пока что. Мне бы второй город воткнуть. Было бы охренительно, конечно. Просто чешуенно было бы. Второй разведчик давай в этом направлении. А вот здесь, чтобы гулей делать. Так, колодец. Пока что ничего не видать. Это будут города ставить. Капец. Санхильда должна выжить. Как она должна выжить, если у нее там второй уровень? Нет, 12-й. Это королева Санхильда. Интересно. У нее тоже гули, что ли? Нет, у нее живые. Ее живые отряды. Ладно. А город основать я здесь не могу. Ах, что за ерунда. Ладно, мамонта беру в основной отряд. В принципе, эти ребятушки достаточно слабенькие. Их нужно на разведку отправить куда-нибудь. Ну-ка, ты возьми золотишко. Так, вы идите дальше. Смотрим, что здесь. Есть мана. Мана тоже хорошо. Ну и, блин, два умертвия сразу. В принципе, огнем умертвия можно. Вообще будет тяжело. У нее какое-то барахло. Барахло-о. Ладно. Хорошо. Здесь форты есть.
Причем это край карты, тупик, непроходимые горы, то есть проход получается только через подземку. Ладно, захожу в подземку. Что здесь? Я здесь же, то есть нужно ставить тут второй город сразу же, да? Только где? Когда город вырастет, он зацепит и вот это вот. Скорее всего, вот это вот все. Но если я поставлю сразу, это будет офигительно, на самом-то деле. Дополнительные 20 знаний. Это просто класс. Вот это, к сожалению, население... Это надо еще преобразовать в мертвую ферму. Сколько я понимаю, это же гуль? Да, это гуль. И этот, скорее всего, тоже был гуль. Так, ладно. Ну, тогда прям вот здесь и ставлю второй город. Будем плодиться. Знания мне нужны. Пиздец, как нужны знания. А теперь... Здесь есть реаниматор, есть несущая смерть, это с абсолютным восприятием. Использует отчаяние, не самый сильный боец. Чуть третьего ранга. А поднимать я... мне еще нужно прокачиваться. Ладно, хорошо. Поднятие большой нежити. Давай тогда сразу возьму. Бич сил добра. Нет, приспешник порука нет. Аура некроманта. Давай ауру некроманта берем. Берем. Защита от света берем. Дальше. Проклятие. Малое воскрешение нежити. Берем. Защита от духа. Беру тоже. Защита от яда. Тоже. Проклятие. Гуля. Не знаю, ни разу вот это не срабатывало. Каждая атака в ближнем бою может наложить ужасное проклятие на цель до конца боя, если проклятая единица погибнет. А, потому что я в ближнем бою ни хрена не сражался. Ну, ладно, давай попробуем в этот раз так. Заклятие смерти. Тоже достаточно мощное. Давай, беру вот это. Дальше... Использует отчаяние, это тоже беру. Дальше, бессмертный, само собой. Потому что его часто будут убивать. Это нужно. Повергает в отчаяние. Проклятие сначала берем. Потом повергает в отчаяние. Тоже. Это нужно. Проклятие, так, контролировать нежить. Наверное, мне не пригодится. Тем более оно слабенькое. Лихорадочку вызывает. Тягивает. Давай лихорадку еще подмутим. Конечно же здоровье, конечно же защиту. Конечно же урон в рукопашку. Дистанционку. Это все прокачиваю. Теневые шаги. Надо посмотреть, насколько у меня вообще лишние. Это надо отправить королеве. Пусть она прячется в тенях. И регенерации тоже не помешает. И щит, конечно же, туда же отправляется. Здесь священные атаки. Ну, давай. Священные атаки тоже туда же.
Вот так вот оставлю себе Лученский и Жезл. Меня будут бояться за счет вот этого черепа. Все хорошо. Так, и что еще можно прокачать полезного? Заклятие смерти неплохое, но, наверное, я им пользоваться не буду. Хотя каких-нибудь сильных чуваков убивать... Даже если не убивать, то здоровье у него уменьшится до 40 единиц, если там 150 хп, например, было. Сожрать труп, чтобы лечиться. Или вампиризм. Раз будет мили-атаки, давай вампиризм возьму. Может пригодиться. Ну и какой-нибудь теневой шаг, чтобы отступить. Отступление тоже неплохо, но... Пока что не буду этого делать. Давай здоровье сначала. И еще здоровье. И еще здоровье. 75. И еще здоровье. 80. Все, нормально. Нормально. Так пойдет. Вы двигаетесь вперед. Надо понять, где мы находимся и что здесь вообще происходит. Их поубивать. Этих зачищать. Это мне что дает? Ходьба по пещерам на 8 ходов. Давай. Ходьба по пещерам. И вот это нужно зачистить сразу же. Нахожу. Здесь гном. Два реаниматора. Что это? Антимагическое поле. Да ладно, я справлюсь. Без магии, в принципе. Я даже не знаю, что у меня там за заклинание. Еще не глядел. Надеюсь, антимагическое поле мне позволит воскрешениями пользоваться. Ага. У меня уже лимит, смотрите-ка. Заклинание нежити. То есть бессмысленно теневые шаги вот эти брать. В принципе. Высасывание жизни и окачение, я понял. Так. Ну что, ближний бой. Гоблины, шмоблины. Врыв. Нежить. Давай, под контроль. Управляемая нежить. Давай, лечись. Хорошая аура, ой, хорошая. Ты смотри, какая. Я так понимаю, у меня нет лимита. Я могу любую нежить сколько угодно раз. Клятва о защите. Туда. Туда. Сейчас будут заплевывать они героя. Ну пусть. Пусть пытаются. Восемь. Так-то больно. Нормально, мне нравится. Ты тоже под контролем? Нет. Или под контролем все-таки? Реально управляемая нежить. И это управляемая нежить. О, слушайте. Это ж просто офигительно. Что-то с чем-то. Защита от яда. Так, давай. Наверное, физой атакуй. Бам. Бам. Мне по факту вот эти черные стрелы там и нафиг не нужны. У меня есть Лученский, который молниями бьет. Этого достаточно. Можно избавиться от этого артефакта и взять какой-нибудь реально скилл. Или башак, либо сожрать труп. Мне кажется, сожрать труп будет сильнее. Как-то ж лечиться нужно, правильно?
И вообще теперь дальние атаки не сильно-то нужны. Получается. Еле ползают чубрики. Давай-ка ты лучше отойди, чтобы тебе не грохнули. Мне пару бойцов лишних явно пригодится. Прыжок. Бей его. Ну, как-то вот так получается. Сразу плюс 2 реаниматора. Офигительно. О, еще и... заклинание, даже это не заклинание, это улучшение для империи. Кукловод, которая 9 ходов бы изучалась. И 10 дополнительных знаний. Класс. Еще подпавших. Это нужно будет произнести. Маны пока что у меня нет, ни хрена. Призыв адского пса и осквернение источника. Вот, вот это нужно будет делать. Осквернение источника вот на эту ферму. Вот на эту ферму. Давай. Здесь строитель. Строителем начинаю я делать что? Правильно, дороги. Вот сюда вот. Прокладываем дороги. До вот этого города, а потом... как-то тут неровно ни хрена. Выходит. Ну ладно, давай так. А чё ты дороги-то не делаешь? Здрасте, приехали. Катается. Дурачок. Ладно, бывает и такое. Здесь. У мертвия могут и развалить кого-нибудь. Хотелось бы мне поначалу быстрые битвы использовать. Они такие глупые. Идут вперед. Если у меня нет дальней атаки, значит что? Я бегу вперед, как дурачок. И спрыгиваю со скалы. Примерно так, блин. Что я тут могу у нее? О-о! Ого! Призыв звериной орды. Но маны недостаточно. То есть ее нужно максимально прокачивать. Придание сил. Тоже офигительная тема. Ну, блин, ману тратить. Такой себе вариант не очень интересный. Пусть подходит, короче. Нет, не желают они подходить. Ладно. Дотягиваюсь, все еще нет. Подхожу всеми поближе. Ведьмы. Ведьма. Так. И? Опять же нет. Ладно. Все еще вне радиуса. По чуть-чуть ползем. Ну давай. Оп. Оп. Оп, хорошо. Очень даже хорошо. Теперь ты. Рон, не дотягиваешься. Хотя бы чуть-чуть продамажил. Здесь теперь надо охранять. Даже, наверное, вот так вот и лед. Найду поближе вот сюда. Здесь вот так. Здесь вот так, чтобы до королевы не добрались. Все. Что будут делать? Жестко не ее. Ну, этого я убиваю однозначно. С фланга бах. Подхожу ближе. Еще раз с фланга. Под бафом-то.
Вот и все. Если бы сам не разыгрывал, точно бы сдохли, дурачки. Поножик кочевника. Ходьба по пустошам, ходьба по лесам. Ну. Ну. Ну, защита, ладно. Беру. Защита хоть какая-то. Такс, давай, двигай дальше. Идем, идем, идем. И завершаю ход. Я основал город. Вот-то только один. Два города, все нормально. Написали про один. Или это... Это тиграны! А, то есть у меня сразу две расы. И тиграны, и фростинги. Причем фростинги, я так понимаю, гули, да. А эти... И эти гули. Все гули. Просто разные расы. Ясно. Ну, давай. Собираем, значит. Лаба. Конечно, лабу. Лаба дольше строится. Взять реаниматоров себе в отряд вместо ведьмы. Ведьма слабовата в этом плане. Вставляю тебя на охране. У меня целых два реаниматора есть. Вот этот тоже не самый мощный юнит. Давай, забираю и иду штурмовать. Отступают. Хорошо. Отступайте. Варга мне дают. Золото нет. Продать за золото. Варги мне нафиг не впали. От них толку никакого. Сквернение источника. Это не источник? Питается, что ли? Да, это родник нужен. Ладно, отменяю тогда. А просто волосился я 20 маны. В никуда выкинул. Здесь что? Башню некроманта, чтобы нанимать реаниматоров. Но у меня пока что с ними проблем нет. А вот для роста собиратели, конечно же. И здесь такие же самые собиратели. Тем более много золота на это не нужно. Я все равно в минус ухожу пока что. Ладно, строитель, давай, возьми. Зал строителей предлагают. Давай, зал строителей. Теперь нужно все-таки построить мне дорогу. Давай, дорогу. Вот до сюда. Дальше, дорогу. Вот до сюда. Поезжай, ладно. Развилка. Ну хорошо, ладно, развилка так развилка. Эти тоже отступают. Золотишко и производство. Сокровище. Сокровище, хорошо, давай, идем зачищать. Сокровище зачищать. Значит, ту ерунду. Эти не собираются отсюда уходить. Хрена. Мне встречается город гоблинов. Предлагают заключить договор. 97 золота от меня хотят. Вы не охренели ли? Я не хочу с вами договор за 97 золота заключать. Надо их отпинать просто. И все. 97 золота. Обалдели. Всем охреневшие золото с меня вымогают. А таких денег сейчас нету. Королева не подкинула целую кучу золота. Это что за... Там какие-то еще независимые отряды. Что мне? Никто не встретился еще пока из... Из игроков нет компьютерных. Только нейтралы. Ладно, что, двигаем дальше. Двигаем дальше.
сюда не пролазят. Ладно, жди пока что здесь. Посмотрим, что тут очки. Соединю дорогу вот с этой. Будет нормально. Так. Разведка вообще все печально. Тут какие-то вон тоже золотишко есть. Еще золотишко. Мне бы это золотишко, ой, как пригодилось. Вот это золотишко тоже. Ладно, пойду сюда. Заберу вот это вот. Захвачу город. А ты давай вот в эту сторону тоже. Разведай мне, что тут происходит. Ага, там он агрессивный есть уже. Во дворце гномов еще кто-то есть? А, привет. И кто ты? Ой, еще один некромант. Боюсь, что этого я допустить не могу. Поворачивай обратно. Нет, госпожа гном, пропусти меня. Иначе тебе же будет хуже. Я тебе не враг. Мне просто нужно пройти по твоему дворцу. Прочь с дороги. Прочь с дороги? Значит, мне нужно молча смотреть на то, как ты занимаешься мерзкой черной магией? Нет, на моей совести и так много грехов. Другие уже прошли по моим пещерам, направились дальше в горы. Мне не следовало их пропускать. И этой ошибки я не повторю. Все закончится прямо сейчас. Ты и твоя нежить – ошибки природы. Но вы разобьетесь в прах о щиты моих гномов. Начинается. Технократ еще. Ой-ой-ой. Неприятный технократ. Щиты. А, вон она стоит. Да, победить Эдит. Еще мне нужно. Класс. Этого мне только не хватало. Ладно, Эдит. Разведчика моего, значит, убьют, получается. Завершаю ход. Мы прибыли, как только смогли. Санхильда, прости за то, что утаила от тебя Эллу и мои мотивы. Если позволишь, я хочу сражаться с тобой против Мелинис. Сестра, мне так жаль. Я приму любую кару, но, пожалуйста, позволь мне остаться с Равуаром. По крайней мере, пока мы не победим Мелинис. Элла, ты вела себя глупо. Я бы не заставила тебя делать то, что ты не хочешь. Просто потому, что так требуют традиции. Мне придется наказать вас за то, что вы рассказали про нас тигранам. Но об этом позже. А пока что довольна того, что вы присоединитесь к нам. Арвик говорит, что ваши знания нам пригодятся. Какое великодушие, сестра королева. Спасибо. Какое счастье, что мы снова вместе. Я сделаю все, чтобы остановить Мелинис. О. О. Оу, 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 пауки! Пауки напали! Засранцы пауки! А у меня тут, конечно, не самая сильная армия, откровенно. Но если получится гарпунерами остановить хотя бы одного паука, то будет вполне себе сносный бой. Или заморозить. Ну, что-нибудь в этом плане. Давайте, подходите, гаденыши. Раз вы напали, подходите. Это у нас что, вампиры? Вампиры. Все вампиры. Выводок вампиров. Так. Значит. 35% шанс. Неплохой. А давай. Срабатывает защита. Здесь всего лишь 15%. Не, давай лучше королеву. Тоже срабатывает защита. Паршиво, откровенно. 20% шанс на заморозку. Давай. Оп, критическая заморозка. Нет? Еще раз. Оп. Не, не получается. Не получается. Окоченение конечностей. 14 маны.
Ну, фиг знает. Ладно, налетчики, в атаку. Нужно хотя бы мелочь размотать. Вампириться они не должны. Здесь тоже обрыв. Бойцов я тут потеряю. Трындец. Загрызут их. Минус один. Паутина. Да. Так, давай ближе. Заморозка. Хрена там. Еще ближе. 45% шанс. Давай. Оп. Да что ж ты путынутый. Ну срабатывай, ну хоть на кого-нибудь. Ну что такое? Неужели? Одного обездвижил. Ну он бесполезно, что я его обездвижил. Да. Вот это задница. Высасывание жизни. Вот на этого. Полная ерунда получается. Минус два бойца уже. Ну ладно. Тоже знал, что здесь пауки будут. Большого добиваю. Гарпунеров нужно прокачивать, у них будут сетки. Вот так вот нарвался на паучков. Сразу минус два бойца. Откуда они тут выползли? Понятно пока что. Да, разведка откровенная. У меня барахло. Радиус обзора ужасный. Элла тоже должна выжить. Да. А как я должен их? Третьего уровня Элла. Так, давай вот это королеве тоже отправлю. Ну, Равуар, щит, тоже королеве. Танишки, королеве, все туда. Все туда уходит. Лишние артефакты. Там что-нибудь соберем. А, не здесь же выползли. Ладно, тут хотя бы армия какая-то есть. Вот это не гуль, как минимум. Просто фростинг, можно ее взять. В отряд. Смогу ее лечить. Это неплохо. Эти, кстати, тоже ни хрена не гули. Просто фростинги, а как я их должен это? Пам-пам-пам-парарам-пара. Ну, тогда убью их вот здесь, вот. Мне же надо, чтобы они себя могли исцелять. Хотя они нежить, вот это нежить. А, они все нежить, все нормально. Тогда все окей. Они не гули, они просто нежить. Это мне тоже вариант такой подходит. 4. Иди сюда. И прокладываем дорожку. Вот так вот. Чётенько соединилась. Некромантия у меня готова. Призыв потерянной души открывает подготовка реаниматора. Это мне пока что не интересно. Луч смерти. Сбор сущностей. Все убитые в бою вражеские феи, нежить, призванные, созданные магией существа, дают вашему предводителю плюс 5 магии. Навсегда ли или как это работает? Святилище смерти.
Святилища посвящены нежити и добровольным жертвоприношениям. Святилища создают дополнительные 5 ма... Во-во-во-во, это нормально, это берем. Святилище, значит, надо построить. Дальше. Эти вот. После сборщиков начинаем лепить святилища. Забустимся. А с бойцами, конечно, у меня напряженка откровенная. Это все гули? Это все гули. Гули, гули, гули. Гули, гули, гули. Ладно, эти герои достаточно сильные, они, в принципе... Ага, вот где, вот откуда пауки. Вот откуда пауки, нужно разобраться. В чем я могу приручить, в принципе? Или это... Да, это животное, могу приручить. Это животное, двоих могу приручить, нормально. Нормально, тогда нужно это сделать. Ты королева. Здесь разведку сделаю, что тут? Ни хрена нету, пусто. Никакого золота не спрятали. Двигаем дальше, что тут у нас есть? Какие-то вон кобольды везде по одному стоят. Очень странная ерундовина, но как есть. Разведка, а он на меня не напал, гном. Интересно, почему? Ладно, я тогда в том направлении пока что не пойду. Лучше пойду вот здесь разведку мутить. А вы в таком случае тоже не дохнуть пустую. Бойцы ближнего боя сдохли, а гарпунеров я терять не хочу. Мне города еще оборонять. Мало ли сейчас в дом припрется. Город хочет дать мне задание. Что за задание? Мясника подгонит. Ну давай, ладно, раз ты мне даешь задание, хрен с тобой. Где этот квест? Ферма, захваченная любителями деревьев. Ладно. Вот эта ферма, мне нужно зачистить, и все будет хорошо. Отлично. Ты либо ты. Я думаю, и тот успеет. Вполне. Давай сюда. Ага. Они не хотят сдаваться. Не хотят драться со мной. Ну давайте. Подеремся. Мне это золото и мана очень даже нужна. Капец как нужна, я бы сказал. Мне два города строить. А еще нужно поселенцев нанимать обязательно. Обязательно у фурослингов. Найму поселенцев. Фурослинги мне все-таки побольше нравятся. У них бойцы нормальные. Эти тиграны. Толку от них никакого. Я не могу нанимать аниматоров, а у меня их трое. Охренеть, не встать. Так, передача боли, давай. Значит, тут мясники, эти с вертелом, ну все копейщики, в принципе. Ну ничего, сейчас мы кого-нибудь того самого. Пока что буду сдалека атаковать. Бам. 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 Готов. Отчаяние. И на тебя тоже давай отчаяние. Нет, на этого не хочет проходить отчаяние. Так, мамонт и ты. А ну, если вот так. Давай. Отчаяние тоже есть. Класс. А, ну и врываюсь. Слона можно будет поднять, это не проблема, пусть прокачивается. Причем поднять можно будет два раза. Ой, молодцы, победили ты, смотри какие. Ой-ой, вот это вот нехорошо. Или вы тоже второго уровня? А, они тоже второго уровня, в принципе.
Тогда не проблема. Копейщик ни хрена не дотягивается. Ладно, тут надо слона поднимать на самом-то деле. Добиваю вот этого с вертелом. Есть повышение, хорошо. Здесь атаковать пока что не могу. Либо полечить, либо атаковать. Давай лучше атаковать. Лечить я еще успею. А здесь я подойду поближе и малое воскрешение нежити поднять. Добить вот этого засранца. Пам. Хорошо, а ты лечись. Красиво. Опять убили. Поднять. Нечего мне вот это дохнуть. Тоже мне. Давай, ты качайся. Оп, аниматор. Хорошо. Мне нужно срочно прокачать улучшение, чтобы реаниматоры тоже поднимали нежить. Малое воскрешение нежити у них появилось. Это тогда будет вообще охренительно. Могущество сразу резко станет очень сильным. Так, ты давай, наверное, возвращайся. Надо город охранять. Тут. Тут кто? Тут тиграны. На тигранов я не пойду. А тут какая-то нежить. Я тоже не пойду. Пойду он зачищать вот это логово. И там какой-то проход вверх. Подожди, тут собиратели у меня. Дальше нужны бальзамировщики. Уже обязательно. После уже святилища. Святилище ману мне даст. А мана мне капец как нужна. Так, тут еще зал строителей. Да, наверное, вот так сначала. Так, а потом святилище. Что 4 хода, ну, долго. Делаем вот таким вот образом. Ну и продвигаюсь. Еще немножко маны. Похоже, тупик, да. Прохода ни хрена. Как бы мне на каких-нибудь мощных чуваков не нарваться здесь. Будет откровенно поганая. Она все-таки еще ни хрена не мощная. Артефакты не прибыли. Когда они там прибудут? Время пройдет. Здесь уже надо разведку провести. Гильдия собирателей и святилище смерти завершено. Офигительно. Целители мертвых. Вот это, по-моему, да, аниматоров? Хватит суетиться. Лечение нежити. Единицы поддержки приобретают. И да, реаниматоры. Вот это нужно. 8 ходов. Капец как долго. Капец как долго. Но, блин, с этим некромант станет как просто неимоверно могущественным. Опа. А вот откуда пауки прибыли. Халявная обсерватория. Давай. Наука дополнительная. А чё бы нет? А чё бы нет? Разведчик уже окупился. Пойду внизу еще посмотрю. Здесь надо пауков приручить. Пауки это мощно. Эти не так мне интересны, как пауки. Пауки прям вообще. Давай. Да, подожди, ты. Ты какого фига со мной-то? Строитель попёрся. Не надо мне строителя здесь. Тут, наверное, неплохой вариант. Это что? Это золото дает. Поставить форт какой-нибудь. Получать золото. Это что? Блин, ну тут мертвое население будет прибывать. Замок на воде, построить форт. 100 золота. Все надо очистить. Пока что я туда соваться не буду. Давай, возвращайся. Не добегаю.
А, нет, добегаю, нормально. Давай тогда быстриночку возьму я. Потому что мана еще. Напасть. Самостоятельный бой. А, как бы меня пауки здесь не забили, на самом-то деле, потому что их четверо аж. Если приручение не сработает, то они меня путают и до свидания. Я проиграю сразу. Хотелось бы такого расклада. Кошмарных пауков нужно убивать, а вот паука-вампира... Блин, королеву тоже нужно попытаться приручить. Это очень мощное существо. Капец, этот паук спрятался хрен знает куда. Хитрецы, мудрецы. Почему ты так медленно-то ходишь? Чудо. Чудо-юдо. Так, тут 30 маны, тут 15 маны. Острые корни, острые корни. Пам-пам-парам-пам-пам. Пам. Пам. Пойти сюда. Прикол в том, что я ни туда не дотягиваюсь. Ладно, давай. Пробуй. Пробуй. 25% бессмысленно. А, хрена там. Хрена там, хрена тут. А еще я ни хрена его не прокачал. И у меня только одно очарование от артефакта. Опять же, я молодец. Они ж прибыли, а я прокачку им не забустил. Красавчик. Просто красавчик. Ладно, пробуй. Чудо ты, Юда. Бам. Бам. Соблазнен. Хорош. Паутину сразу давай. Оба. Сильная паутина и не сработала. Охренеть. Ладно, давай, иди сюда. Та-та-та. Скачок. Бей его. Проклятие Гуля? Чего? Ты проклятие Гуля делаешь? Серьезно? Ни хрена себе. Какое у тебя могущество, оказывается. Не просто так. Запутали большого паука. Забавно. Ладно, убивай. С этим разобрался. Кошмарного паука тоже убить. Бам. Бам. До свидули. Дули, дули, до свидули. А теперь проклятие на тебя. Опа. А мог бы попытаться двоих приручить. Ну, этот вариант, который у меня сейчас, тоже неплохой. Давай. Атакуй его. Захну-ка я тебе еще с арбалета, пожалуй. Пэм. Та-т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 а. Ну, главное здесь, что большой паук теперь вместе с нами. Хоть он и кошмарный. Он даже... Сетка. Сетка, это хорошо. Взять награду. Давай тебе сетку. Даже, наверное, нет. Давай Равлару сетку пока что. И нужно тебя прокачать, дружочек. Конечно же, регенерация сразу. Сразу сходу. Продолжительная война. Нет, сначала приручение. Потом лечение, само собой. Потом дух земли, защита от духа. Еще повышаю. Дальше, где-то тут еще должны быть защиты всякие. Вот. Ночное тепло. Прокачать. Природная... Сопротивляемость прокачать. Удар молнии прокачать. Кровотечение вызывает прокачать. Защиту
от магии на всех прокачать. Дальше защиту от шока тоже беру. От яда у меня 40. От яда тоже надо взять. Беру от яда. Призыв звериной орды, но стоит оно до хрена. А дальше здоровье еще. И еще разочек вот так. Защиту. Станционный бой. Единство с деревьями. Так, дикие это заклинания. Заклинания не интересно пока что. Придание сил. Вот это может пригодиться на самом-то деле. Придание сил. Давай возьму придание сил. Опутывающие прикосновения брать не буду. Так, тут ржавчина, плавание. А продолжительная война. Берем. Пробуждение. Тоже возьму. Так как у меня друидов пробуждающих нет. Ну и что дальше еще взять? Искусство друида остается только брать. Тут больше такого что-то интересного нету. Давай искусство друида тогда. Где оно? Только что видел. Вот искусство друида. Еще разок. Блин, и одного не хватает, чтобы еще разок искусство друида бустануть. Ну да ладно. Сытный обед я брать не буду. Не буду. Всевидение. Ну тогда еще хп. Вот так и защиту. Все. Прокачался. Здесь 5. 5, 5, 5. Энергия, магический щит, еще дополнительный. Но тут так-то 80. Может быть, магические щиты нет смысла. А вот близость к магии, это возьмем. Это нормально. Защита от яда, от шока. От яда нормально, от шока возьму. Вот так. Ни хрена себе этот юнит могущественный какой оказывается. Два гуля паука. Два паука гуля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть просто. Вот это неожиданно прям. Было, конечно, для меня, что... Я не читал, какой он. Медленно ходит, прыжок какой-то, какая-то фигня. А по факту-то могущество у него какое. Ого. Ого-го. Не просто так. Силен. Ёшки-матрёшки. Два обсидиановых дракона. Как я вас должен убивать? А? Чё вы здесь делаете вообще? Обсидиановый дракон. Тот заблокировал проход моим бойцам. Врачок. Да. Обсидиановый дракон. Проскочить у меня не получится. Он на меня нападет, скорее всего. Они хотя бы не... Да, новобранцы. Удар схода. Кислота. А, это ослабляющее дыхание. Дебафы дает. Да это еще хуже. Это прям еще хуже. Он устрашающий. Да, задница. Отходи пока что. Драконы, блин, дураконы. Теперь здесь нужно квест выполнить. Охота у меня есть. Разведку нужно вести дальше. Смотреть, что здесь вообще происходит. Где этот гном? Смотрим. Так, есть золото. Золото беру. Есть халявные постройки. Само собой тоже беру. Уже святилище готово. Класс. После святилища начинаю готовить я. А, ну уже само. Тогда ладно. Если оно само. Бальзамировщик тоже тут закажу. Два гуля паука.
И у них тоже есть развитие. Интересно, они когда разобьются, тоже гулями будут? Или как это работает? Двигай сюда. Паучок, паучок. Это радость для нас. Получится здесь просочиться. Опачки. Опачки. Производство. Тут разведывать, еще и разведывать. Этот живой паук. Берем его с собой. Можно будет хилить. Пробуждать. И вообще. Вот это вот, наверное... Я отправлю тоже королеве. Мне это не нужно. Так. Давай теперь вот это вот надо зачистить. Тут не плодились всякие разные. Вы на охрану. Ростлинги, мостлинги. Бесполезные. Теперь есть проход вот. Всей толпой, может быть, получится с драконами разобраться. Просто они меня хрен пропустят. Так, ты. Ты. Тут хотя бы форт может поставить. Вот здесь. У него радиус одна клетка. Надо кучу целую фортов ставить. Ну а что делать? Нужно делать это... Нужно мутить такую тему. Промышлять. Так, зачистить вот этих ребятушек. Там мне дадут еще мясника. Мясника. Конечно, нафиг не сдался мясник этот. Он неплохой, но... Не самый интересный. Мне нужны вот такие, типа слоняр. Эти прям получше. Плодим великую армию. Готовим к бою. Так, давай сразу передачу. Поле. Повышение. Хорошечно. Буду его исцелять реаниматорами прям максимально. Он будет впитывать урон. Реаниматоры будут исцелять. Что, вот этого эльфа... Или ледореза. А давай эльфа сначала убью. Врываюсь. Бэм. Бэм. Готов. Подамажить немножко. Реаниматорам же тоже нужно прокачивать. Ну, тем более они накладывают отчаяние. Давай, удар схода. Бэм. А, сильно, сильно. Чё там, офигел что ли? Сдохни. Ну, ты тогда подлечись, дружочек. Дружочек, подлечись. И вот этих нужно добить. Как раз уязвимость. Все, разобрался. Дам-дам-дам. Все, беру награду. Само собой. Да. Ну, с тобой тут делать нефиг. Давай, ходи отсюда. Не нужен ты мне здесь. И два гуля. Да. Так, вот этих нужно будет приручить. Приручить нужно будет. Блин, ну мне этих пауков некуда брать. Все нужны. Прям очень все нужны. Пауков будет легко раскачать. Я их смогу поднимать. Реаниматоры их скоро тоже смогут поднимать. Вообще тут могущественная армия будет.
Растут, растут, растут. Улучшение для героя. 18 ранг уже. Охренеть. Так, ну, контролировать нежить точно нет. Точно не надо. У меня там полный... А, я даже больше не могу взять количество здоровья. Это максимальное. Ага. Ага, ага, ага. Вытягиваю энергию. 50% хода теряет. Ну, давай в таком случае рукопашечку. Защиту. И ходьба по пещерам. Вот так вот. Сюда не пойду, надо посмотреть, что тут у нас. Гномы-то. Гномы, гномеры. Через ее пещеру мне нужно пройти. А еще глянуть, что здесь происходит вообще. Там очень много маны всякой разной. Я заключил мир, да. Хорошо. И надо будет их, наверное, присоединить уже к моей империи. Ну и на этом давайте пока что остановимся, друзья. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Счастья, здоровья, удачи и до новых скорых встреч. Пока-пока.